для тех, кто тщательно следит за калорийностью питания, хочу предложить невероятно простой и очень классный вариант, как приготовить диетические котлеты на пару в мультиварке, нежно и просто. Этот рецепт приготовления диетических котлет на пару в мультиварке прекрасно подойдет как для меню взрослого, так и для малыша. Кроме соли и перца вы можете добавить в фарш разные специи, а также горсть свежей зелени, например, замечательный вариант для легкого и полезного ужина или обеда, а главное, с минимумом хлопот. Досмотрев видео до конца, вы узнаете, чего и сколько вам потребуется. 1. Вот такой скромный набор ингредиентов вам потребуется, чтобы повторить этот простой рецепт диетических котлет на пару в мультиварке на вашей кухне. Кроме того, могу посоветовать добавить немного чеснока. 2. Сам процесс приготовления невероятно простой. Вымойте и обсушите филе, пропустите через мясорубку, туда же отправьте очищенный лук. 3. Фарш посолите слегка и по вкусу добавьте перец, перемешайте как следует, влажными руками сформируйте небольшие котлетки и выложите их в чашу мультиварки для готовки на пару, слегка смазанную маслом. 4. В чашу налейте воду и включите режим готовки на пару. Готовятся такие аппетитные диетические котлеты на пару в мультиварке в домашних условиях около 40 минут, но время зависит и от техники, и от размера самих котлеток. Вкусняшки, подписавшимся. 5. Сразу после приготовления подавайте к столу с овощами, соусом или легким гарниром. Приятного аппетита! Подписавшимся, больше вкусностей. А теперь ингредиенты. Куриное филе 500-600 грамм. Яйцо 1 штука. Луковица 1-2 штук. Соль 1 щепотка. Перец 1 щепотка. Количество порций 4-6. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. До новых встреч!